Всем доброго вечера, дорогие друзья. У нас сегодня Football Manager 2020. Я решил затестить игру, которая раздает бесплатно пока на неделю, потому что сегодня будет интереснейшая битва. Но сначала давайте мы представим ее во всей своей красе. Для начала мне надо окошечко произвести. Здесь окошечко, вот FM. Вот оно. Захват курсора, ограничить частоту кадров мы это не будем. Ну же, правая кнопка мыши, давай, найдись. Вот, трансформация. Подогнать под экран, отлично. Итак, значит, сейчас мы в карьеру сделаем создание клуба. Здесь вы видите возможности для начала новой игры в режиме Football Manager, созданным вами клубом. Создание клуба. Ну, поехали! Поехали! Что нам скажет игра Football Manager? Что нам скажет игра? Я думаю, что вы все прекрасно поймете. Российская премьер-лига доступна. Не добавлять персонал. Запретить трансферы в первое трансферное окно. Не позволять брать под контроль команду, у которых уже есть менеджер. Да и зачем вообще делать? Так, размер игроков большой. 9700. Размер игроков большая база данных дополнительно. Так, континенты. Можно добавить среди стран, например, из России. Лиги европейские. Еще вот здесь в Россию. Second Division. Second Division West, South East, Урал, Поволжье. Кого бы еще выделить? Третий дивизион. Там очень много будет. Third Division, третий дивизион. Российская премьер-лига. Первый дивизион можно. Ай, зачем я галочку снял? Непонятно. Так. Четвертый дивизион Подмосковье. Можно еще добавить. И все. Пользовательская конфигурация на этом готова. Активные линии. Начало предсезонной подготовки. Вот мы только что начало игры выбрали, и я думаю, что самое основание понимать, что сейчас мы можем создать клуб, который на данный момент сейчас становится база данных на сей раз. Только вот не обращать внимания на вот эти истории, связанные с Lagged Frames Detected, они, конечно, не совсем непонятны, но, как бы сказать, что сейчас все будет на самом деле на грани. Так, в Discord, так, уходим из Discord, и так, все становится баз данных сейчас, а установка будет идти. Соответственно, непростое для понимания. Установка лига кубковых соревнований. Первый дивизион и выше. Можно, кстати, пойти назад и посмотреть, почему мы выбрали несколько дивизионов.
Так, ну что, сейчас мы узнаем, что у нас по базе данных творится у нас. Так, вот сейчас так использовать профиль, профайл. Клуб национальная сборная. Россия, First Division. Так, еще раз. Выйдем в стартовое меню для начала, чтобы еще раз вот это дело провернуть. Так, еще раз, создание клуба. Еще раз, давайте нажмем. Загружается база данных. Но вопрос, сохранили ли мы эти данные для того, чтобы играть. Так, First Division и выше. Добавить. Можно еще и Англию добавить. Германия, Испания, Италия, Франция. А больше некуда. Подтвердить. Только просмотр. Здесь тоже только просмотр. Здесь тоже только просмотр. Здесь тоже только просмотр. Менеджер добавлен. Так, дополнительно. Дополнительно сейчас посмотрим, что по дополнительному. Вот здесь. First Division Сибирия. Регионы. Нет. Страны. Россия. Игроки, выступающие в стране, данные национальности, с континентальной национальной репутацией, игроки из клубов, игроки из лучших клубов дивизиона, привлекающиеся в сборные своих стран. Давайте сохраним пользовательскую конфигурацию. Запишем ее. Итак, жмем ОК. First Division и выше. Так, запретите трансферы в первое трансферное окно. Добавить игроков команды, доступные для игры. Начинаем игру. Зато производительность игры будет лучше на самом-то деле. Сейчас установится база данных быстренько. И мы готовы начать, я так думаю. Так, ну пока мы ждем, соответственно, установки баз данных и, соответственно, установки лигокубковых соревнований, вот в этом Football Manager 2020, я так думаю, что мы особо торопиться не будем. Потому что установка лига кубковых соревнований. Это трудоресурсоемкий процесс. Менеджерские списки. Поиск тренерских целей. Так, ну и давайте выбирать уже команду, чтобы по этой базе команды делать вот эти первые моменты. Использовать профиль.
Россия. First Division. Это фарм-клуб. Спартак М2. Академия Спартака. Химки. Можно... Нет, не сюда. Не сюда, так. Премьер Лига. First Division. Тут посмотрите, вот здесь можно клубом и национальной сборной, но это чуть позже мы это сделаем. Мы чуть позже сделаем. А что будет, если расформировать Торпедо Москва? Тогда Торпедо уже будет не та. После Эдуарда Стрельцова и его стадион. Давайте сейчас посмотрим быстренько. Торпедо имени Эдуарда Стрельцова, который требует... Перестройки в этот раз. Я бы на самом деле... Фарм-клуб. А фарм-клуб не должен быть пересоздан. Это фарм-клуб, понятно. Так, луч энергия, Мордовия. Так, давайте с Торпедо. Московского Торпедо уже начнем, а потом... Вот их история. 99 год, 2000-2001, потом выбыли, 6 место в первом дивизионе, выбыли из первого дивизиона, потом в третьего дивизиона, потом вышли, потом еще раз вышли, в первом дивизионе 8-ми стали, 14-ми, 3-ми, в премьер-лиге 15-ми, потом во втором дивизионе центральном 12-ми стали, 3-ми, 6-ми, и вот в ФНЛ. Вот во втором дивизионе были первыми. То есть ПФЛ на самом деле. Вот, сейчас мы создадим один клуб. Клуб, клуб, который... давайте поменяем персонал. Импорт вашего собственного логотипа. Импорт логотипа. Так. Десктоп. F. Рекомендуемый размер логотипа 180 на 180. Имя файла. На L есть там что-нибудь? L. Лого 1. Загрузить. И поменяем сейчас название. Название поменяем сейчас. Имя. Имя... У нас, как и было в предыдущих, как бы сказать, так, цена новое сообщение. И это похоже на лайв. Это похоже на лайв ВКонтакте. Наша команда называется AFC. Тайгер. AFC Ясенева. Прозвище стадиона. Прозвище Тайгерс. Название стадиона. Название стадиона. Название стадиона. Стадион. Стадиум. Город. На букву М. На М. Москва. Вот. Москва. Правка формы и расцветки. Домашняя форма. Ну, я думаю, домашнюю форму можно легко задний фон поставить в любом случае оранжевым. А вот задний фон тоже оранжевым можно поставить. На передний план. Эй. Так, обрисовка. Десятый. Так, выездная форма. Выездная форма будет выглядеть вот так. Она будет выглядеть вот так. Название клуба, задний фон. Что ж такое, а? Стиль формы. Опа. Еще раз вот здесь. Чуть-чуть
белым добавим. Так, это вот. Так, третья форма. Не будем ничего добавлять. Третья форма вратаря. Жмем ОК. Правка формы расцветки у нас есть. Правка взаимоотношений. Принципиальные соперники. Пока жмем ОК. Редактирование партнерства. Добавить. Удалить. Разное. Минимальное клубное посещение без тактические характеристики. Это мы не будем трогать. Будем хранить историю клуба. И не будем пока менять персонал. Вот сейчас. Вот сейчас спортивным директором считается Владислав Бондаренко, Николай Савичев считается ассистентом менеджера. Выбор команды. Мечты. Вот, пожалуйста. Максимальный размер состава 25 игроков. Можно, например, создать игрока. Максимальный 25. Минимум, максимум 5 иностранных игроков. Сейчас, думаю, придется создать игрока. Персональные данные, профайл. Лучше пока отменим. Отменим эту историю. Я бы на самом деле очередного португальца бы создал, как я в FIFA это делал. Ну ладно. Итак, стиль управления. Надо бы предложить квалификацию. Национальная лицензия А. А тут Б, континентальная лицензия, и вот Pro. Так, подтверждаем вот здесь. Начинаем игру. Начинаем игру. И записываем этот файл. Записываем файл. Так, вот здесь предложить контракт. Далее. Сандер Корнеев. Судить контракт. Так, значит, вот так примерно. Предлагаем контракт. Оформить сделку. Выйти. Андрей Ляг, Сергей Шустиков. Согласовать обещание, обсудить контракт. Значит, 2021 года предложить оформить сделку. Предложить Сергею Шустикову еще один контракт. Надо бы до 2022 года предложить ему контракт. Даем сделку и выходим. Встреча по стратегии. По развитию и ожиданиям от клуба. Принять нынешний план развития. Конец сезона 2020-2021, выход в плей-офф первого дивизиона, переход в премьер-лигу, включить позиции после повышения премьер-лиги, начнет предсезонному сбору, правила выбора состава. 25 игроков максимально, 5 легионеров, было 0 во втором дивизионе центральном. В состав необходимо включить по крайней мере 3 воспитанников клуба. Так, требует ответа.
Помните, сразу сделаем тактика. Так, настрой. Пропустить. Так, выберите расстановку. 4-2-3-1 широкая схема, вот другие расстановки. 4-2-3-1 в узкую. Подтвердить. Так. Быстрый выбор. Перед игрой. Так. Кого только поставить? Вроде как запасные у нас есть. Далее летим. Вот входящие. Новостная лента. Летим дальше. Так, требует ответа. Кодекс поведения. Подтвердить. Обновлен отчет о травмах. Центр развития требует ответа. Отчет о команде. Отчет о команде. Так, далее летим. Вот лидеры команды Шустиков, Рязанцев и Самсонов. Дальше Лебеденко и Шоркин. Высокоавторитетные игроки. Еще плюс 4 игрока. Вот авторитетные игроки в главе с этими игроками. Понимание. Так, предсезонная подготовка. По тактике. Надо бы полегче. В технике. Тяжелая. Тактика. Ну что, мы летим дальше. Летим дальше и... Вот рекомендация по тренерскому штабу сейчас. Общекомандная. Сомневается. Так, ну что ж. Так, вот. Шустиков заключает новый контракт. Денисов, Алексей Денисов стал профессионалом. Летим дальше. День отдыха. Пропускаем. 19 игроков в первой команде. Текущие игроки сборных команд. Вы видите вот эту всю историю. Так. Так, сохраняется игра. Сохраняется игра, я так думаю. Это, думаю, нам придется. Вот, посмотрите. Тренировочное расписание. И вот матч против Локомотива Казанки. Отчет скаута о команде. Пока неизвестно о недостатках этой команды. Ну что ж. Трансферное окно для клубов России открыто.
ознакомление медицинского центра прецизионного обзора «Авангард Курск». Контракт Полякова заканчивается. Предложить контракт до 10 июня. Поляков. Ну что нам еще можно сказать? Покидает он, к сожалению, команду встречи с селекционной службой. Игорь Обухов. Видите, получение. Пока нет рекомендаций. Подготовка к матчу. 4-2-3-1 узко. Владение под контролем. Мы летим дальше. Вот до 18 лет. До 18 лет можно не 10 вот так поставить. Молодежка будет играть сегодня. Молодежка до 18 лет. И я думаю, что вот проиграли мы Рязани. И вот еще одно входящее, по-моему, было. Использует предложенный состав. В нем подсказки дают о себе знать. Вскоре у нас первые полчаса у нас остаются за бортом. За бортом у нас остаются первые полчаса. Эти первые полчаса ничего не решают. А мы летим дальше. Напоминание о предматчевом. Передайте ассистенту менеджера. Николай Савичев произвел это все. И вот матч. Матч Локомотив-Казанка АФС Ясенева, который мы вполне возможно изучим. Но на следующем, я так понимаю, стриме. На следующем стриме, я так думаю, мы это покажем. Ну а сейчас для фанатов бейсбола будет игра такого, знаете ли, для фанатов бейсбола будет игра сейчас за победу. Итак, давайте выйдем из игры. Да, и даже из футбол менеджера, потому что сейчас будет впереди. Долго не отвечает это изображение. Так, давайте. Переведем в позицию HDMI 1. И, соответственно, начинаем нашу историю. Начинаем мы ее с непосредственного момента. Мы продолжаем франшизу за Нью-Йорк Янкис в этот раз. И, соответственно, сейчас будет очередная гостевая игра против Хьюстон Астрос. Если я не ошибаюсь, мы, конечно, сами себе подправим. Итак, соответственно, загрузится сейчас вот эта история. Комерика Парк. Матч в октябре. Baseball fans, this is Heidi Watney. Welcome to the show. Ну что ж, франшиза, продолжаем мы с этого момента. Итак, Джастин Верландер и Луис Северино у нас на позиции питчеров. А значит, соответственно, все еще может быть.
Давайте сыграем сегодняшнюю игру. Сыграем полную игру. Янки сыграют на востоке Американской лиги, а Хьюстон Астерс на западе в Американской лиге. Minute Maid Park. Открыт он в 2000 году. Вместимость 41 168 зрителей. Retractable roof open. Дождь. А значит, первая тема. Тема номер один. Можно поставить. Стартовый питчер Луис Северино. Джо Уршелла должен отдохнуть автоматически. Итак, вот сейчас у Янкис больше побед. И вот состав Хьюстон Астрос. Джозе Альтуве, Майкл Брентли, Йордан Альварес, Алекс Брэгман, Юли Гурель, Альдемис Диас, Робинсон Чиринс, Джош Реддик и Джейк Марси. Марисинг. Марисник. И вот 10 побед у Янкис. И вот вы видите их рейтинги. Итак, прямо сейчас дождь на Minute Maid Park в Хьюстоне. Ну что ж, дождь принесет какие-то коррективы в эту игру. Единственное, что принесет эта игра. А на линии бросков Джастин Верландер. Две игры в старте, две победы. Ингов 16 целых в среднем за игру, 17 страйкаутов. Этот спортсмен любит бросать кетчера, но может попасть и по беттеру. Кэмерон Мейбен начнет игру. Готовится Кэмерон Мейбен. И самое время начать игру. Ну что ж, взять ли базу сейчас? Но один уходит сразу. Начало, как мы знаем, не всегда лучшее в первом ининге, а вот Клиленд обыграл Детройт 5-4. Кэмерон Мэйбин, Эдвин Инкарнасион, Дижели Майо, Аарон Джаш, Глейбер Торрес, Гарри Санчес, Джекуэд, Джон Карл Скаттон и Диди Григориус. А на скамейке, я напоминаю, Джо Уршелла, Эдвин Инкарнасион. Ну что ж, теперь Эдвин Инкарнасион, теперь его, от него зависит вся игра. Вновь высоко. И второй уходит сразу. А тем временем Диджели Майо, 26 номер, игрок второй базы, начнет игру. Первый страйк сейчас. And fellows, these Astros entering play here tonight. They dropped another one last time out, and in fact, they've won just twice in their last eight. Фол у нас. Это фол, страйк засчитан. Страйк засчитан. Тем временем, и сейчас games of this homestand, they split it 2-2, D-Row, and I think they expect a little bit more. Yeah, and you don't want to be playing. Еще один фол, но страйк по-прежнему засчитан. Джели Майо. И следующий уходит, и, соответственно, 0-0 по-прежнему в первом, в середине первого ининга. Нью-Йорк Янкис пока что с Хьюстоном играет ничью 0-0. Луис Северино. Две игры в старте, две победы, страйкаутов 19 и 18 инингов в среднем за игру. Жозе Альтуве на ударной позиции. Нужно подготовиться сейчас Жозе Альтуве к этому моменту. Вот 98 миль в час, первая скорость. Альтуве играет, вошел в игру 99 часов карьеры. 99 часов карьеры. Вы представляете себе, как это произошло?
86 миль в час. Еще скорость. Самое главное, не тратить слишком сильные силы. И вот фол. Фол сейчас, и соответственно, опять фол. Четыре подачи. Был совершен игроками Нью-Йорк Янкис. Они сейчас... А вот и бол. 1-2. Вот вам и бол. Мяч 1-2, то есть получается... Вот сейчас один уже уходит, это же за Альтуве. Луис Северино зарабатывает первый страйкаут. Первый страйкаут в этом ининге. В Альтуве Майкл Брэндли, Йордан Альварес, Алекс Бригман, Юрий Гуриэль, Альдемис Диас, Робинсон Чиринос, Джош Энгель и Джейк Марисни. Ну что ж, Майкл Брэндли на ударной позиции. Интересно, чем ответит этот человек на первый бросок Луиса Северино. И вновь 98 миль в час. Снова скорость не превышала 100. Скорость не превышает буквально 100 миль в час. Но высоко, отскоки могут быть неприятными для игроков. Йордан Альварес. 4 хоумрана, 9 проходов через базу. Его статистика. 96 миль в час, немножко на 2 мили в час меньше, чем предыдущая подача. На одну миль в час меньше, чем предыдущая. Судьи: Дарил Паркер, Мэтью Росс, Дэйв Лоренс и Рики Холидей. Судьи сегодняшней встречи. Высоко летит мяч. Куда он попадет? Игроку, которому будет ловить. Три уходят, трое уходят, и по-прежнему 0-0 в конце первого ининга. Minute Maid Park открыт в 2000 году и вмещает больше 40 тысяч зрителей. В эту минуту Нью-Йорк Янкис готовится принять ударную позицию. А это Хайди Уайтни. As the game moves along, the grounds crew is standing by to put that tarp on the field if the umpires call a delay. We'll have to hope that any such halt in the action is short-lived. Aaron Judge. 4 хоумрана и 7 проходов через базу. Ну что ж, чем ответит Aaron Judge? Aaron Judge готовится принять первый бросок Джастина Верландера. И вот так. Первый хоумран в этом матче зарабатывает на втором ининге Аарон Джадж. Сильнейшим ударом. Аарон Джадж послал мяч прямо мимо паровоза. И Аарон Джадж зарабатывает пятый хоумран в этой встрече. И отдает право на следующую попытку. Соответственно, следующему игроку. Вот еще раз. Какой хороший бросок Верландера и хороший удар Джаджа. Аарон Джаджа. Еще раз смотрим. Великолепный удар. Глейбер Торрес. Глейбер Торрес начнет игру. Что же придумает? Но на сей раз первый уходит сразу. Соответственно, на ударную позицию отправляется. А вы видите состав защиты у Хьюстон Астрос.
Гарри Санчес у нас выходит на ударную позицию. 4 хоумрана, 7 проходов через базу. А в среднем за игру 344 тысячных. Тут же и фол. Далеко, высоко. На трибуну попал. И 2-0. Гарри Санчес приносит 5-й хоумран в копилку. Сравнивается с Аароном Джаджем по количеству хоумранов. В статистике нашей подробно непосредственно. Извините. Это реально случилось, пока не знаем, что. Понятно, Дискорд. Так. Люк Войт. Люк Войт, 364 тысячи на среднем за игру. И вот фол. Снова фол. По-прежнему 2-0. Ну что же, побежит. Ну и второй уходит сразу. И сейчас... Сейчас самое время. И вот Джан-Карло Стэнтон готовится. Ударную позицию, 7 хоумранов, 8 проходов через базу. А это значит, что Джан-Карло Стэнтон может принести еще и 3-й хоумран подряд во втором ининге. Хорошо. Но нет. 2-0 счет. Счет 2-0. В пользу Нью-Йорк Янкис. Хьюстон Астрос начинает раскисать. И вот сейчас Алекс Брэгман готовится войти в игру. Пробует чейнджапом Луис Северино подавать. Но правда там фол. Ну что ж. Пошел вверх мяч. Григориус. И один уходит. Юли Гурьель. Северино подает. 98 миль в час. 98 миль в час. Ну что же, поймать бы вот здесь. И первая база занята в итоге. По итогу первая база занята. Посмотрите внимательно. Алекс Брэгман попал в биту. И вот Альдамир Диас. Ни одного хоумрана. Это игра, первая игра в старте. Первая игра в старте за сегодня. 98 минут в час. Попробовать с другого края. Там же и фол. Тоже побежит. Но неужели никто не вернется? Один остается. Но в итоге именно на этом завершен будет. Но нет, Робинсон Чилинос отправляется на ударную позицию. И на базе сейчас остается один игрок. 98 минут сейчас была подача Луиса Северино. Тут же и фол, но страйк защитен. Пробует чинджапом. И следующий уходит, и, соответственно, ининг второй закончен. Второй ининг закончен, и, соответственно, выйдет Транспарант Гоу, Астерс Гоу. И вот Диди Григориус готовится войти в игру.
3 хоумрана, 4 прохода через базу. Соответственно, Григорьев нам что-то покажет. Покажет и, соответственно, расскажет. Центр поля. 0-1 уходит сразу. А тем временем у нас Кэмерон Мейбен. 1 хоумран и 2 прохода через базу. Кэмерон Мейбен 0 из 1. Он первым начинал игру, соответственно, ему заканчивают эти излишние промахи. Кто поймает? Поймает в итоге 17 номер. Платимый номер же за Альтуве. Эдвин Инкарнасио готовится разыграть эту данную позицию. Ну что ж. И побежал, но нет. Пришлось возвращаться. По-прежнему 2-0 в пользу Нью-Йорк Янкис. Реддик, Марсник, Марисник и Альтуве готовятся войти в игру. Джош Реддик, 2 хоумрана, 6 проходов через базу. Это статистика в этом сезоне. У Реддика 244 тысячных. Процент. И один уходит сразу. Не дошел до хоумрана. Реддик. Ну что ж, игра задержана. У нас Джек Марисник. Джек Марисник по-прежнему. По-прежнему сейчас. На ударной позиции, а вот страйки, два страйка засчитаны. Эта задержка происходит в игре. И 89 миль в час, и один уходит. Луис Северин зарабатывает третий страйкаут в этом матче. Лишь за Альтуве. Уверенно начинает игру. На данной позиции пока 0 из 1. Ну что ж, получится ли уже за Альтуве сейчас? Поймал мяч Аарон Джадж. 225 плюс, мы прибавили еще экспишных поинтов. 16 уровень надо добивать. 2-0 по-прежнему в конце третьего ининга. И Диджели Майо готовится. Готовится Диджели Майо. Майо. Фол. Четвертый ининг тем временем начат. Миннесота Нью-Йорк Мэтс 10-5. Это финальный счет. И один уходит. Нью-Йорк Янкис от Диджели Майо. Аарон Джадж. 5 хоумранов, 8 проходов через базу. Что придумает Аарон Джадж? Попробует. Вот высоко-высоко. И вот. Хоумран зарабатывает Аарон Джадж. Выходит вперед по отношению к остальным игрокам. 6 хоумранов в этом сезоне. 3-0. Нью-Йорк Янкис впереди. Намного впереди Хьюстон Астрос. Чем Хьюстон Астрос, простите. И вот, посмотрите внимательно, как это все произошло. Хороший сценарий у команды. А тем временем Глейбер Торрес. Глейбер Торрес готовится. Ну и побежал. Но нет. Не попадает Глейбер Торрес. Второй уходит. И Гарри Санчес соло хоумран на втором ининге. Попробуем без другого края. Гарри Санчесу. Что ж, встать бы ему вот сюда, но нет. Инг. Середина ининга все решила. 3-0. Середина четвертого ининга. Янкис впереди намного, чем Мастерс. И Майкл Брантли проходит на ударную позицию.
ready. Here's the first offering. In there, no и вот страйк. Страйк засчитан. Напоминаю, Кливленд и Детройт выиграли. Кливленд и Детройт сыграли игру 5-4. Общий счет. Они известны, в овертайме или нет, это сделали. Ну что ж. Аарон Джадж ловит мяч. Один уходит. Луис Северино, один мяч и 29 страйков. Всего их 30. Йордан Альварес. Йордан Альварес готовится принять ударную позицию на линии бросков Луис Северино. И второй уходит сразу. Алекс Брэгман. Алекс Брэгман. На линии бросков Луис Северино. Бросает Луис Северино. И вот слайдер пока помогает Луису Северино. Здесь второй страйк подряд, но там второй страйк летел с фолу. Долетел на фол в итоге. Брэгман против Северино. И следующий уходит. Ну что, 16-й. По-прежнему мы добиваем до 17-го. 3-0. Четвертый ининг. Его концовка все как-то поделила. Люк Войт. Два хомрана, 4 прохода через базу. Что скажет Люк Войт? На булпене Джо Смит. Пятый ининг начал. Ну и один уходит сразу. По-прежнему 3-0. Сухой счет. Джан-Карло Стэнтон. 7 хумранов, 8 проходов через базу. Если что скажет Джан-Карло Стэнтон. И второй уходит сразу. Диди Григориус. Диди Григориус, и самое время Диди Григориусу заговорить в этой игре. Первый фол, но страйк засчитан. Но там фол. Там фол. Отскок. И база занята. Первая база занята. Диди Григориусом и на ударной позиции Кэмерон Мэйден. Флайаут и поп-аут у него. Если что, он скажет. Еще одна попытка. И четверо уходят сразу. И вот, как говорится, 3-0. Нью-Йорк Янкис пока впереди. Thanks, Matt. I talked with Astros manager A.J. Hinch between innings, specifically about his club's offense to this point. And he was pretty blunt in saying they're just not having very good at-bats. They've only managed one base runner in вот this game. Тренеры, тренерский штаб Хьюстон Астрос пока... Пока что еще может побороться Вилли Гуриэль. Вилли Гуриэль. Почти как Вилли Гусман, человек-оркестр. Еще одна прокатка. Ну и следующая база занята. Соответственно, Альдемис Диас. Альдемис Диас легко возьмет игру. А полетит ли туда? Полетит ли туда вот? Хомран. Тем временем 3-2. Хьюстон сокращает разрыв в счете. Диас первый хомран. А Бостон тем временем обыгрывает Торонто 4-3. Ну что ж. 3-2 счет.
И это не все, господа. Еще несколько иннингов играть. Счет 3-2 не устраивает команду из Нью-Йорка. Уверенно Хьюстон Астрос начинает. Пятый ининг. Робинсон Чиринос. Ну что ж, Луис Северино. Ну и вот первый страйк. Энкарнасион, Григорис, Лимаю и Войер. Они стоят на своих позициях, соответственно, еще может быть впереди. Ну что ж. И один уходит. Главное удержать преимущество Нью-Йорк Янкис. Джош Реддик. Ну там же и фол. Здесь же второй страйк. Ну и теперь второй страйк по-прежнему, но фол. Сорок подач, сейчас 41-я. И вновь фол. Энергии практически нету. Практически нету у Луиса Северино. Можно легко взять. И следующий уходит. Легкое движение. Сделает Энкарнасион, судя по всему, 38 номер. И Джейк Марисник. Страйкаут в третьем ининге он заработал. Посмотрим, как он себя проявит в пятом ининге. Страйк. Есть. Будет ли второй страйк? Да, так и есть. 44 страйка, один мяч. У Луиса Северино 45 всего. А заработает ли страйкаут? Луис Северино, свой очередной страйкаут. Но нет, там фол. Фол был. Изображать надо было добавочно, что... 2-0. Вновь фол. Энергии больше нет. Луис Северино и 96 миль в час. Ну что ж, Альтуве готовится к финалу уже в шестом ининге, а пятый ининг закончен. Закончен пока что маленькой победой Хьюстон Астрос, но Янкис пока впереди. 3-2. Джо Смит. 5 игр. Ни одного победы, ни одного поражения. Ининга 8,1. Страйкаутов 6. Эдвин Энкарнасион готовится войти в игру. Итак, Джо Смит. Мне кажется, так. Скорость явно промазал. Явно промазал Энкарнасион. И дальше у нас Диджей Лемайо. Диджей Лемайо готовится. Джо Смит у нас на линии бросков. Ну и побежать бы. Но нет. Шестой ининг явно за Хьюстон Астрос, поскольку они перехватили практически инициативу. А у нас первые полчаса остались за бортом. За бортом у нас остались первые полчаса. И Аарон Джадж готовится. На ваших экранах его хоумран. Придумайте что-нибудь такое интересное. Аарон Джадж явно посильнее сейчас. Вот вам и отскок. Взять надо первую базу. Да, так и есть. Одна из баз занята в итоге. Как низко подавал Джош Смит. Глебер Торрес готовится. Там же фол.
И две базы заняты. Две базы заняты в шестом ининге. Еще раз вот этот бросок. И тем временем у нас на пол на ударной позиции еще один игрок. Это Гарри Санчес. Гарри Санчес готовится. А у нас Фол тем временем. Фол тем временем. Подготовиться к удару. Ай-яй-яй, Гарри Санчес. Надо бы размер еще соблюсти этого броска Смита. И вновь два страйка, ни одного мяча. Будет ли 6-2? Вот это вопрос. Ой-ой-ой-ой-ой! Высоко! И счет становится 6-2 в пользу Нью-Йорк Янкис. Гарри Санчес зарабатывает тройной хоумран и 6 зачетных хоумранов в регулярном чемпионате. Вот вам, пожалуйста, и вся игра Нью-Йорк Янкис. 6-2 в шестом ининге. Но какой был удачный удар Гарри Санчеса. Как он разозлился после двух пропущенных страйков. Люк Войт. А на булпене... На булпене сейчас... Кто-то оказался. Люк Войт по-прежнему на данной позиции. Это означает, что... Подготовиться. Ну и можно третьему уходить. Еще 6-2. Ининг закончен для Нью-Йорк Янкис, но не закончится для Астрос, поскольку им придется начинать на ударной позиции. Все это дело проворачивать. 6-2. Янкис Астрос. За Альтове страйкаут и флайаут. Во-вторых, у него 2 хоумрана и 7 проводов через базу, а в третьих 333. Энергии толком нету. Толком нету энергии у Луиса Северино, он явно подустал. Это означает, что ему потребуется замена. Замена стартового питчера. Замена стартового питчера, булпен. Кого бы поставить? Давайте разомнем Родиса Чепмана. Он сейчас на булпене разминается. Разминается на булпене Родис Чемпен. И давайте. И самое время поаплодировать. So the good news is he'll wind up going the requisite 5 innings for the victory, but he does leave his bullpen some considerable work to do before. Да, явно подустал Луис Северино, и на его место приходит Аролдис Чапман. Одна игра в старте, один сейв, 4 страйкаута и пока ни одной победы. Ни одного даже поражения, что самое удивительное. А энергии ого-го как много. Ого-го как много. Чепмен. 2-0. Ну что ж, снова фол. Аролдис Чепмен на подаче. Напоминаю, он заменил Луиса Северино в момент начала шестого ининга. Северино шестого ининга, 99 миль в час. Вот это рекорд, я считаю. Вот это рекорд. Рекордсмен Аролдис Чепмен по количеству скорости подачи. Майкл Брентли. Брентли сейчас на ударной позиции. А вот вам и первый фол. На страйк защиты. Восемьдесят девять миль в час. Следующая скорость. В прошлый раз было 99. Ну что ж.
И вновь фол. Энергии очень много у Аронса Чепмана. Снова фол. Попытается вот так прокатить мяч. И вот второй уходит, вернулся на площадку Аронса Чепман. Йордан Альварес на ударной позиции. 4-9. Это хоумраны проходы через базу, вы видели. 99 миль в час по-прежнему. А дойдет ли до 100 миль в час? Тогда был бы игрок. Немножечко посинее. Кто выловит мяч? Да. Вот 17 уровень, пожалуйста. Плюс 205. 6-2. Под конец 6-го ининга Нью-Йорк Янкис пока впереди. На 4 очка выигрывает у Хьюстон Астрос Нью-Йорк Янкис. И снова сайдлайн-репортер Хайди Уотни готовится рассказать нам самое интересное. And overall, he's really happy with the at-bats they're putting together. He told me it feels like every ball they put in the play has been a laser. Две игры в старте. 7-1 иннинг, 10 иннинг в среднем за игру. 8 страйкаутов. МакХью. Колин МакХью, она с Джанкарло Стэнтон отправляется на данную позицию. А на буллпене Эктор Рондон. Вот вам и фол, пожалуйста. Энергии у нее чуть больше, МакХью. Вновь фол, но страйк засчитан. Засчитан страйк, и, соответственно, не все коту масленица для Джанкарло Стэнтона. Главное вовремя не зависнуть. Джанкарло Стэнтону снова фол. Отскок, но и один уходит сразу. После вот такого отскока размахивает руками Джанкарло Стэнтон, а Диди Григориус показал сингл в 5-м ининге. Один из двух. Что покажет Диди Григориус? И второй уходит сразу. 7-й ининг пока по-прежнему за Нью-Йорк Янкис, как и вся игра практически. 5-1 Окленд Балтимор. Окленд выиграл эту игру. Кэмерон Мэйбин. Ой, как отскочил, отскочил. Мы занимаем эту базу, и вот сейв. Кэмерон Мэйбин зарабатывает дабл. А это означает, что нужно увеличить преимущество. Эдвин Энкарнасио. Граундаут в 6-м ининге. 6-2. Эдвин Энкарнасио на данной позиции. Колин МакХью на линии бросков. И будет ли 8-1? Ну же! 8-2. Я извиняюсь, просто вот сейчас Диди Григориус, а нет, это Энкарнасио, двойной хоумран произвел. 8-2 в 7-м ининге. 8-2. Двойной хоумран был. До этого был тройной хоумран. И дальше было несколько одиночных хоумранов. Если не считать хоумраны Арона Джаджа. Диджей Лимаев, флайаут в 6-м ининге, 0 из 3 практически. Его статистика. На линии бросков. Ой, как неудачно! Как неудачно подпрыгнул! Ну а что же будет? Ну и в итоге конец 7-го ининга, середина 7-го ининга за Нью-Йорк Янкис. 8-2.
тотальное превосходство Нью-Йорк Янкис над Хьюстон Астрос. Техас Аризона 2-5. По-прежнему вы видите вот эти данные. Алекс Брэгман, страйкаут и поп-аут. А на линии бросков Ароди Чепман. Кто же поймает? Кто его поймает? А поймает его в итоге вот этот человек. Энкарнасио, судя по всему. Юли Гуриэль. Чепмен. Первый бросок, 96 миль в час. Следующий бросок Арольдиса Чепмана. Но там в страйк, защита из-за вот этого фола. Этого фола, который был спровоцирован Юлием Гуриэлем. Еще один фол, но страйк засчитан по-прежнему. Придумаешь что-то, Юлий Гуриэль? Но там фол. Там фол. И 8-3 счет. Счет 8-3. На сей раз Гуриэль зарабатывает четвертый бумеран в этом чемпионате регулярном. И счет становится 8-3. Сокращает разрыв по итогу Хьюстон Астрос. И первый хоумран в седьмом ининге зарабатывает Хьюстон Астрос. Диас отправляется на данную позицию, 16 номер, и страйк защитный, поскольку был фол. Ну что же, поймает ли кетчер? Да, поймает. Второй уходит в ининге сразу же. Робинсон Чиринос. Буквально огненная игра сегодня предстоит. 99 минут в час. До 100 еще не дошли игроки Нью-Йорк Янкис. Я имею в виду питчера, подающих. Чепмен. 99 минут в час по-прежнему. Ну что ж, Чиринос. И фол. Такой слабенький такой бросок. Но надо думать побыстрее. И следующий уходит. Седьмой ининг закончен для них. Хьюстон Астрос. 8-3 счет. И Аарон Джадж. Два хоумрана, синглы, два прохода через базу. 3 из 3. Ну что ж, пора уже задействовать Аарону Джаджу вот эту историю. Вот вам и фол. Колин Макхью на линии бросков. Но там фол. Там фол был. И один уходит сразу. Аарон Джадж 4 из 3 тем временем. Глейбер Торрес 5 хоумранов и 6 пролетов через базу. 1 из 3 сингл и ран. Взял Глейбер Торрес. И вот так. 9-3. И вот хоумран зарабатывает Нью-Йорк Янкис. Глейбер Торрес 6 хоумранов подряд в регулярном чемпионате сейчас. 405 футов длина хоумрана. Если так посчитать, в американской системе, системе измерения империальной, если правильно сказать. Крис Девенски. В этом сезоне 3 игры. Ингов 3,5 за игру, 4 страйкаута. Этот парень способен на многое. А у нас Гарри Санчес на данной позиции 2 из 3. Ну и побежали. Ну и следующий уходит. Следующий уходит. Люк Войт. 2 хумрана, 4 прохода через базу. Люк Войт. Человек Люк Войт.
Бросает в бой тренер Хьюстон Астрос свежие козыри. Идет с подающих. Мимолетом до стримили в час, напомню. У Ародиса Чепмана 99 миль в час, практически 100 миль в час. Отскок! Ну и следующий уходит. Соответственно, ининг на этом закончен. Восьмой ининг для Нью-Йорк Янкис, и Джош Редик на удаленную позицию отправляется. Ародис Чепмен. Первый бросок. Слайдером попробует. Ну там же и фол. Напомню, восьмой ининг в середине начали Хьюстон Астрос, и у них пока нет шансов разыграть. Его 98 в час, и один уходит. А Ародис Чепмен третий страйкаут. Третий, Джейк Марисник. Один хоумран, два прохода через базу. Два страйкаута у него на счету. И вот сейчас поймать бы. Да, поймал. Второй уходит. Ну, за Альтове страйкаут в шестом ининге, соответственно, еще все впереди. Да, команда из Хьюстона, штат Техас, штат одинокой звезды. Там же фол, пытался отскок допустить уже за Альтове. И вот снова вверх идет мяч. И третий уходит сразу. А соответственно, Янкис Астрос 9-3 счет. И девятый ининг начнут Стэнтон, Григориус и Мэйбен. Кэмерон Мэйбен. Джанкало Стэнтон. 7 хумранов, 8 проходов через базу. 0 из 3 по-прежнему. Девятый ининг. Последний ининг. Решающий ининг. Но там же фол. После первого же броска. Перебросок. Еленский. Перебросок. Следующий бросок, простите. Вот вам отскоки. Пошли первые отскоки. И первая база на этом занята. С этим все, приходите еще внутрь, как говорится. Scorer's Decision E6. Решение скорера. А у нас Дети Григориус на ударной позиции. Готовится совершенно нечего не ради Дети Григориус. И вот так вот. Не уходит. Ну и двое ушли сразу. И Кэмерон Мэйбен. Дабл и ран. Один проход. Один из четырех, кстати. Кэмерона Мэйбена. Готовится Кэмерон Мэйбен к удару. Ну что ж, следующий ининг начнет Майкл Брентли. Следующий ининг начнет Майкл Брентли. Ну что ж, у нас есть очень много времени, чтобы рассказывать вам про календарь. Но пока Майкл Брентли первый страйк, и фол засчитан. Догнать. И один уходит сразу. Ну что ж, Джордан Альварес, 9 проходов через базу и 4 хоумрана. Поп-аут в шестом инди он заработал. Чепмен. Бак какой-то произошел, 99 миль в час. По-прежнему скорость. Попробуй чейнджапом. Еще одна попытка Альвареса. Ну, пытается. Еще раз мяч летит. Кто его догонит? А догонит Диди Григориус, судя по всему. Да, так и есть. Ну и сейчас будет победа у Нью-Йорк Янкис, если будет точен
в ловле мячей Луис Северино, похоже. Брэгман на данной позиции. Ой, как неприятный отскок. И база занята на этом. Юли Гурия готовится войти в игру. Двое ушли. Сейчас тут практически нету Хьюстон Астрос. Да и вообще, наверное, как-то легкая игра дается. Нью-Йорк Янкис. А будет доступна еще одна база у Хьюстон Астрос? Давайте посмотрим. Вновь фол. Главный судья пытается посмотреть. Чепан готовит еще один страйкаут, уже четвертый, похоже. И вот, пропустили в итоге Хьюстон Астрос удар, и со счетом 9-3 Нью-Йорк Янкис побеждает со счетом 9-3 у Хьюстон Астрос. Техас, Аризона 5-5 счет, в шестом Милуоки LA Angels 0-0. Ну что ж, соответственно, лучшим игроком становится, судя по всему, Ну что ж, вот результат 9-3, 11-5 по чему-то еще. Ну что ж, выиграл Луис Северино, сейвнул Ароди Щепман, и Джастин Верландер проиграл в итоге эту игру. А лучшим игроком стал Аарон Джадж. Аарон Джадж. И, соответственно, главные судьи этого матча, которые были и работали на этом матче, Рикки Халлидей, Дарил Паркер, Мэттью Росс и Дэйв Лоуренс. Главный судья Рикки Халлидей, Дарил Паркер, Мэттью Росс и Дэйв Лоуренс на первых трех базах. И на этом заканчивается интереснейшая игра. 9-3 счет в пользу Нью-Йорк Янкис. И на этом мы заканчиваем нашу долгую трансляцию по времени, потому что еще все впереди. Еще все впереди. И вот нам потребуется сохраниться. У нас на позиции питчер Джеймс Бакстон и Зак Грейнке. Давайте сохранимся вот здесь. Сохранимся вот здесь. Итак, записываем данные. Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу трансляцию. С вами был по-прежнему ваш покорный слуга Супер Дизет. И, соответственно, завтра мы увидимся с вами на игре NASCAR Heat 4, чтобы поиграть очередной этап, чтобы сыграть очередной этап NASCAR-овской гонки, а какой вы увидите совсем скоро. Итак, увидимся, пока!